У него оторванный хвост. Когда отрывается хвост, иннервация нарушается, и начинаются проблемы с пищеварением, с выведением. Поэтому вот у него такие проблемы. Большие проблемы у него с пищеварением. У нас делали ему операцию. И поэтому он частично удален кишечник. Да. Поэтому у него постоянно запоры. Постоянно запоры, постоянно. Да, мы его раз в неделю возили, да. Пока вот как-то сейчас вот приловчились, и вот как-то вот, да, вот мы уже с Нового года мы ни разу его еще не возили в клинику, а то возили каждую неделю. Сейчас он у нас на постоянных таблетках, и как бы, если вдруг там начинает забиваться, мы сами как-то стараемся до этого не доводить, чуть малейшие эти, сразу или микроклизму, или что-то он у нас... Да. И поэтому как-то возить его постоянно в клинику как-то да. Ну, он тоже у нас этот на сцеживании. Давай, лапочка моя, давай. Вот так. Вот умничка. Давай, лапочка моя, давай. Вот так. Вот, все, порядок. Таблетки приняли, значит, будет все хорошо. Глаза, конечно, у нас огромные. Вот вы, шарик, гляди. Он стабилизировался сейчас, и он стал как бы совсем другим котом. Если он раньше все время сидел вот такой напыженный, да, у него постоянные проблемы, и вот это он в клинике очень долго лежал, ему делали операцию, удаляли часть кишечника, и после этого он как-то преобразился, и вот стал такой игривый, и вот они с Сашкой друзья, они целый день играют с ним. Все время там друг друга, там бегают за друг другом, ну, короче, играют, да. Если не болеет, да. Если не болеет, он, конечно, игривый котик.